получается, что я посмотрела вот так вот на человека, забыла, что мне нужно говорить, стою на него, смотрю, человеку самому уже неловко, что на него смотрят. И я стою, думаю, так, а что мне говорить дальше? И, в общем, вот это вот надо оставаться, контролировать все-таки. Если вы смотрите, не обязательно смотреть и думать об этом человеке. По крайней мере, посмотрите ему в глаза. Вот. И покажите, что вы рассказываете для него, чтобы ему тоже ему полезно послушать то, что вы рассказываете, не просто интересно, а полезно послушать. Вот, еще есть хорошее такое, так сказать,